Всем привет! Добро пожаловать на канал Евгеймер. Хочу сказать вам, ребята, большое спасибо за то, что оставляете комментарии, смотрите видео, ставите лайки, за то, что подписываетесь на мой канал. Дело в том, что я совсем недавно занялась бумажными сюрпризами, и очень нужна мне ваша поддержка. Ну а мы начинаем. И наша новиночка сегодня, если вы уже догадались, это Новый год. Я оформила вот такие конвертики. Вот таких три вида у меня конвертиков. И столько их много. Это все, что мне напоминает о Новом годе. Давайте в честь новиночки откроем сегодня три конвертика. По традиции. Давайте все разного дизайна возьмем. Нет, не хочу подряд. Хочу какой-нибудь еще. Вот этот возьмем. А остальное оставим на потом. И 31 декабря откроем оставшиеся все пакетики. Коллекция Gravity Falls. Один конвертик. Возьмем Kinder Surprise. Одного мячика. Из мини-ленты возьмем два конвертика. Сок. Нам оставалось найти всего один сок. Я думаю, мы возьмем сегодня два конвертика и попробуем попытать нашу удачу. Коллекция BT21. Возьмем два конвертика. Нет, не подряд, не хочу подряд. Вот так. Единорожки. Один конвертик. Коллекция от моей сестры Тани с канала «Люблю рисовать». Ссылочка на нее, как всегда, в описании. Холодное сердце. Один конвертик. Коты рулят. Возьмем сегодня два. Прилипалы. Конвертиков еще много. Думаю, тоже можно взять два конвертика. Спанч Боб. Один конвертик. Что-то их совсем мало. Может, я их где-то потеряла? И Шарлотта Земляничка. Один конвертик. Я пошла за каталогом. Конвертики с Шопкинсами убрала в другое место и забыла их сегодня положить на стол. Возьмем три конвертика. Раз, два, три. Вот такая гора конвертиков у нас еще остается. А также хочу вам напомнить, что коллекция «Морской бой» у нас уже закончилась. Я подготавливаю уже вторую коллекцию. И хочу в понедельник начать новый «Морской бой» со своими подписчиками. Если вы хотите со мной поиграть, пишите. Я хочу играть в «Морской бой» вместе с тобой. И вы обязательно попадете в мой каталог. Ну а мы переходим к распаковочке. Сегодня у нас первая коллекция. Это мини-лента. Два конвертика. Посмотрим, что нам попадется. Первым нам попадается чай под номером 8. Такого у нас еще нет. Значит, можно его приклеить. Это чай Ричард. А во втором конвертике зубная паста под номером 29. Вот здесь. И несложно догадаться, что будет под номером 28. Идем дальше. Коллекция сок. Нам остался всего лишь один сок. Мы взяли два конвертика из пяти. Нам попадается новиночка. Сок Рич. Так как у меня еще мало активных подписчиков, и у нас осталось 4 повторочки, мы их сейчас быстренько откроем. Так. Сады Придонья томатный. Фруктовый сад. Вот он у нас. Так.
Здесь нам попадается 4 сезона апельсиновый. Я такой не вижу. А нет, вот он. Все. Я уж думала, что я ошиблась. Может быть, у меня не 20 соков в коллекции. И я ананасовый. Ну, не я, а сок я. Пускай они лежат где есть. И в конце мы их уберем в конвертик для повторочек. Поздравляю вас с новой законченной коллекцией. Коллекция Kinder Surprise. Мы взяли один Kinder. Что же? Нам попадается миньончик, и это повторочка. Вот у нас тут такой уже есть. Полежи здесь. Конвертики много места занимают. Наверное, переложу часть в эту сторону, чтобы у нас было место для повторочек. Вот так. Ну, а мы идем дальше. Завершенная коллекция Стражи Арктики. Теперь веселые прилипалы. Так, что-то я не вижу саму игрушку. А, вот ты где спряталась. Это же шок. И такой у нас уже был. Вместе с вкладышем отправляешься лежать рядом с каталогом. Быстренько переходим ко второму конвертику. Смотрим. И это нехочуха. И нехочуха у нас тоже уже попадался. Сегодня без новиночек в этой коллекции. Идем сразу же в следующую коллекцию. Коллекция с амнямчиками. Вот такие вот конвертики все. Веселые, зеленые. И нам попадается... Вот такой вот амнямчик. А вы уже видите такой амням в нашей коллекции? Нет, я такого не вижу. Он у нас под номером 1. Это первый сюрпризик в нашей коллекции. И этот красивый амнямчик отправляется в наш каталог. Следующая коллекция. Коты рулят. Сегодня мы взяли 2 конвертика. Посмотрим, кто нам попадется. И в первом конвертике кот Том под номером 1. И у нас собрались все персонажи из приложений с котиками. А во втором конвертике... И нам осталась всего одна наклеечка с этой странички. Мне кажется, эта страничка победит. Что-то небольшое под номером 9 со второй странички. И это вот такой вот котенок в кружке с вишенкой. Это что, виноградик? Что-то он какой-то маленький. Наверное, это все-таки ежевичка. Такое маленькое сердечко на кружечке. Под номером 9 приклеим его. А дальше у нас коллекция с шопкинсами, которые мы забыли взять сразу же. Открываем конвертик. Fish Sticks под номером 135. И у нас были уже Fish Sticks 127. И мне написали, что да, действительно очень похоже на рыбную палочку. Переходим ко второму конвертику. Нам попадается Candy Kisses. Такая у нас уже сладость была. Но не точно такая же. Вот такая у нас была зелененькая. И теперь вот такая вот голубенькая. И я так и не уверена, что же это такое. Жидкая конфета или жидкая жвачка. А может, это вообще какая-нибудь просто сладкая водичка. Напишите мне, пожалуйста. И третий конвертик. Нам попадается замороженная пицца.
Какой-то он испуганный, что ли, или что? А, это у него усики. А мне показалось, что он испугался, что мы его сейчас съедим. Не бойся, мы тебя кушать не будем. Мы приклеим тебя в наш каталог. Следующая в нашем каталоге коллекция «Холодное сердце». Один конвертик. Посмотрим, что внутри. Ой. Что-то сложенное в несколько раз. Вы уже догадываетесь, что здесь будет? Давайте откроем. Это вот такой вот снежный или даже ледяной монстр, которого создала Эльза. Он у нас под номером 13. Можно было даже не смотреть. Тут и так все понятно. Ну вот, хотела сделать аккуратненько без складочек. Не получилось. Ну а мы двигаемся дальше. Коллекцию от моей сестры Тани с канала «Люблю рисовать». Посмотрим, что же за милота нам сегодня попадется. Нам попался вот такой вот единорожек. Этот единорожка поселится здесь, на этой страничке. И мы пойдем дальше в коллекцию «Шарлотта Земляничка». Мы взяли один конвертик. Открываем. И нам попадается вот такой вот песик. Мы решили, видимо, собрать сначала всех животных с этой страницы, с этой коллекции. А потом уже всех куколок. Она у нас под номером 2. А вы любите строить замки из песка? Правда, сейчас уже зима, на улице снег, но можно же строить замки из снега, делать целые крепости, горки, играть в снежки и лепить снеговиков. Мы двигаемся вперед в нашу коллекцию с единорожками. Кстати, вот этот вот единорожка похож на этого единорожку из коллекции, которую сделала мне сестра. Откроем наш конвертик. Вот такая. Вот такой единорожка нам попался. Сегодня он спит на облачке. Он у нас под номером 10. Давайте скорее приклеим его и не будем тревожить. Пускай спит. Ну а мы идем дальше. Коллекцию Спанч Боб. Новиночки уберем в эту сторону. Вот так. И открываем конвертик. Что же нам сегодня попадется? Нам попадается сам Спанч Боб под номером 9. Спанч Боба я уже приклеила на место. Смотрите, какой он милый. Так и хочет вас обнять. Идем дальше в коллекцию Gravity Falls. И нам попадается вот такой вот дяденька с тросточкой под номером 1. Идем дальше. Коллекция BT21. Интересно, соберется сегодня парочка? В первом конвертике под номером 15 вот такой вот черно-белый чудик. А во втором конвертике вот такая милашка-зайка под номером 1. И у нас собралась первая парочка.
Девочка в костюме зайки уже на месте, а мы идем в нашу новиночку, в коллекцию Новый год. Мы взяли 3 конвертика, открываем первый. Что же там, что же? Какой-то маленький сюрпризик. Это новогодние хлопушки. Они у нас под номером 24. Второй конвертик с такой новогодней гирляндой. Тоже что-то маленькое. Вот такие вот конфетки-тросточки новогодние. У всех они ассоциируются именно с Новым годом. Они под номером 12. Вот так. И третий конвертик. Тоже какая-то маленькая наклеечка. Это шампанское. И на Новый год, когда бьют куранты, можно написать быстренько желание на бумажке, сжечь эту бумажку, бросить в бокал и выпить до дна. Надо все успеть, пока бьют куранты. Эта наклеечка у нас под номером 23. Но ни в коем случае, детки, не пейте взрослое шампанское. Уж лучше сделайте это с детским шампанским. Оно гораздо вкуснее, слаще и полезнее, чем вот такое. Переходим в наше начало каталога. Убираем соки. Последние повторочки. Так. Убираем миньончика. Не хочу хоп с вкладышем и шок с вкладышем. Ну а на этом, ребята, все. Спасибо вам большое за просмотр. Не забывайте писать в комментариях, если вы хотите играть в морской бой. Мы с вами обязательно поиграем вместе. Подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Спасибо вам большое за просмотр. Всем пока-пока.